Смотрите, берем колбаску вот такую. Вкусная, ну поменьше кусочка возьмем. Вот такой вот. Во, я тут нарезал кусочек. И вот так цепляем на крючочек. Цепляем на крючочек. Вот так. Блин, колбаса такая, знаете, не хочет держаться. Сейчас мы ее подправим. Вот так вот. А вот это потом нацепим, даже меньше хватит. О, видели? И забрасываем теперь. Просто так берем вот здесь. И вот так, смотрите, как на дно, прям без поплавка. Так не получилось, еще разок. Вот так берем. Опа! Все, без поплавка, просто так забросили. И вот так положили ее. Смотрим даже на леску. Ну, можно вообще не смотреть, просто постоять так вот полминутки. Ждем полминутки, когда у нас там клюнет монстр, друзья. Может, даже по леске увидим, что-нибудь будет происходить. Как на донку. Не знаю, видно вам, нет. Сейчас леска дергалась. Один раз. Он бывает, знаете, как клюнет. О, вижу. Удочка дергается, ребят. Интересно, интересно, кто же там у нас такой монстр болота. Так. Я думаю, скорее всего, он сидит тоже. Ну-ка, сидит. Я же говорю вам. У меня первый был больше, я его отпустил. Так как первая рыба была, я его отпустил. Бабушка говорит, давай лови ротоноготь на котлеты, говорит. Они очень вкусные, кстати, рыба. Белое мясо, вкусное. Вот этот меньше, чем тот был сейчас перед этим. На колбасу, друзья, вон, видите, колбаса у него во рту. Любит он колбаску. Вот так вот. Да, вообще все любит. Такой брюхастый красавец. Ладно, давайте другого сейчас забросим, попробуем покрупнее поймать. Паньки, вот так. Так, немножко натянуть леску надо. Я прямо по кончику удочки замечаю, если клюет. Я сначала попробовал на игру, как на мормышку. Клювало, но поймать не мог. И рука очень устает. Хочется подальше забрать, не получается. Поближе плохо клюет. Но рука сильно устает. Я думаю, попробую так. Я так попробовал. Вот видите, два результативных заброса. Вон, видите, как ветер гуляет. Везде сверху гуляет. Ну вот маленько додувает. Ну вот здесь все равно тишина. Я думаю, здесь можно всегда оттянуться на удочку, посидеть, рыбу половить. А я, по-моему, не поздоровался. Всем привет, друзья. Приехал на рыбалочку, так посидеть здесь немножко. Ну, пару часиков на болото половить. Здесь я одно время хороших ротанов ловил, крупных. Карасей запускал, помните, когда отсюда? Ну, караси, что-то они здесь, мне кажется, не ужились, я не знаю. А может и есть, а летом, слышу, что они приезжают, здесь все в ряске, все заросшее, если не проберешься, поэтому борщевиком все обросшее. А по осени здесь чистенько. Ну, вот так вот ловлю, на колбасу, друзья. Ну, по-моему, по клевке опять смотрю. Ха, сел, ребят, видите, сидит. Так как мне тебя вытащить-то поаккуратнее, тут кусты. Сел, я не понял сначала, что-то вроде клюнуло, показалось. Так, так и положу сейчас. Ну тоже небольшой, первый был крупненький. Думаю, отпущу первого. Вон, видите, как он клюнул. Любишь колбаску? А? Небольшой такой. Видите, этот на игру клюнул. Пробуем еще. Не глубоко, не пойму. Заманить попробуем. О, поклевка. Поклевка была, прям по удочке ощутил. Но вот почему-то на, я заметил много раз поклевки, а не получается подсечь его. Блин, съел, слопал. По-моему, хороший был. Слопал колбасу. О, паузу сделал. Блин, вы видели? Паузу сделал, знаете как? Поиграл, паузу сделал, я заметил так, и зимой так же ловился.
Кто-то клевал. Сел, не знаю. Сел. Да хороший, блин. Упал, ребят. Хороший упал. Видите как, съесть колбасой вместе упал. Поклевка. Хорошая поклевка. Подождем. Прям так, как бы на речке, знаете, бывает так, лежит плотва, так дёрг резко так. Поинтереснее было. Я думаю, сейчас он сядет. Давайте проверим. Сидит. Нет. Не сидит. А я сидит, а он не сидит. Ладно. Сядет сейчас. Есть. Нету, блин. Ты что ты? Хитер бобёк. Мы-то с тобой поиграем сейчас. Раз ты такой. Блин, упал. Негодник с колбасой. Убежал. Опять убежал от меня. Нацепили и вперед. Не клюет. И, ребят, видели, как он уселся и сидит. Колбасой опять сбежал. Хитер. Дротаны, это интересно, клюют так? Это что-то. Да какой крупный. А я еще медлю тут что-то. За колбасой опять. Кто кого перехитрит, называется. Так, опускаем. Не, ну что-то крупный был. О, какой хороший. Я говорю, поклев. Леска короткая, поэтому приходится так. И кусты его. Ребят, здорово, кусты. Я покажу, какой. Такой лягушонок-то. Покрупней. Видите, какой. Покрупнее клюнул. Нормальный. Не угадаешь, как лучше клюет. На игру или стоячую. Главное, подсечь, когда клюет. Вот тогда, я так понимаю. Давайте попробуем на игру чуть-чуть. Блин, ушел. Обычно в это время уже со льда ловишь. А льда нету. Тепло и на улице. О, хорошая поклевка была. О. Блин, ушел. Этот хороший был. Колбаса на месте. Блин, ребят, что за ерунда такая? Решил перебраться на другую сторону болота. А здесь, смотрите, яблочки висят. Немного, но висят. Вот еще одно. Пониже на земле валяется. Ну-ка. Такое яблочко. Сладкое-сладкое. Вообще без кислоты. Не знаю, что за сорт, знаете, такие яблоки есть? Сладкие-сладкие. Просто кислоты нет вообще. Ну, вкусная. По-своему. Где-то капелька-капелька кислоты вообще. А вкусная. Ну что, висят какие большие. Был там, стал здесь. Давайте попробуем здесь. Настоящий, наверное, попробуем. Что, она лежит? Ну, со дна имею в виду. Так, заброшу. И, наверное, вот сюда на веточку положу. И маленько полежит. Его пока не нашел, зато яблоки. Пакет это я взял, Барк мне говорит, яблок найдешь, бери. Я говорю, понял. О, какие. Нет, этот не очень, не буду такой брать. Вот это вот возьму. Вон они в листьях. Их маленький морозчик уже, наверное, бил. Был же мороз все-таки у нас чуть-чуть. Небольшой. Большого у нас еще не было. Там вижу яблочки. Так, еще надо выбрать что-нибудь. Какой-то розовенький такой. И чуть-чуть. Ну, попробуйте его. Как оно? Такое вкусное.
мягкое такое уже. Там мошкара прям летает кучей. Представляете? Как лето. Лето. Ну какое вкусное. А здесь-то сколько? Еще набрать можно яблоко. Наберу себе что-нибудь. Так, пока вот сюда положу их. Кучку. Они у нас уходят. Компотик. Это не очень. Можно, конечно, подрезать, обрезать, где там гнилое есть. Даже гриб вон тут стоит. Такой мы не берем с вами. Вообще я хочу посмотреть здесь. Иду, тут место одно. В прошлом году я там нашел рядовку фиолетовую. Я, кстати, это первый раз попробовал. Так, больше не видно яблок. Много гнилых. Нет, рядовку фиолетовую я не вижу. Она прям где-то вот здесь была, это место помню. Прямо вот тут вот росла. Тут борщевик еще был. Ну, яблок маленько набрал. Еще хочу посмотреть вешенки. Там немножко другое место. Здесь я никогда не находил вешенки. Это места красивые, пни тут есть такие. Но не находил. Ну, там что по той стороне, еще пройдусь, там яблоки вроде видел. Может, что-то возьму. Нет, не вижу я рядовочку. А я сегодня один. Прикиньте, пацаны со мной не захотели. Макс, сад, не, в сад, говорит, не хочу. Я говорю, понятно, я говорю, я обычно как говорю, я там уехал в сад, поеду, говорю, в сад. Там, говорю, там бы я его посмотрю, или в лес там, говорю. Макс, я с тобой. Я, ну, все, понял. Я не говорю никогда там, поехали со мной, Максом. Никогда, или там Мишки. Мишки тоже, говорю, поедешь рыбу-то половить, говорю. А он тут с другом встретиться собрался, там, к нему пойти в гости, что-то они там дела свои. Он говорит, на судака поехал бы куда-нибудь. Я говорю, а куда сейчас судака, говорю? Сейчас время уже позднее, с тобой уже не получится. Вон елочка какая, друзья. Ее здесь не было. Я давно ее не видел, что-то здесь елочки, первый раз вижу. Красавица какая. Стоит. Поэтому так, что не такие дела. Хотя Мишка тоже любит, в принципе, рыбалку. Я давно поехал было, но у нее тут друзья перебороли. Я говорю, иди. Я говорю, не зову, просто говорю, твое дело. Какие яблочки еще нашел? Мелкие, кто-то их тут погрыз. Какая-то мышка, что ли. Так, сейчас удочку проверим. Вот там на дерево яблоко одно такое висит красивое. А пусть висит. Может быть, зимой я здесь еще буду лазить, что-нибудь на лыжах кататься. Ну, зимой съедим, друзья. Ну, а меня разве дома удержишь? Если только привязать, фиг я дома сижу. Я не могу сидеть дома. Вообще не могу. Вот. Когда, ну, надо сидеть, вот сижу. А так, буду куда-нибудь гулять, посмотреть, попутешествовать, покататься. Если есть, конечно, время на это. Ну что, пойдемте проверим удочку. А за грибами сейчас еще сходим с вами туда дальше. Там вешенка поищем. Так, что у нас там с удочкой? Наверное, там уже монстр сидит. Какой-нибудь. Сначала один клюнул, потом на него второй. Потом третий. Так что будем сейчас вытаскивать. Так, леска где? Не, вообще молчок. Так что на том берегу надо ловить, если что. Там хоть клювало. Ну что, опять здесь забросил. Вот оно пока вот сюда запустил. Ну, какие красавцы. А давайте проверим. Так. Сидит. Видите, ребят, я говорю, здесь лучше клюет. Здесь просто настоящую кинул, вытащил, сидит. Вон, цепился сам. Хороший жетанчик. Интересно. Постояла буквально одну минуту и клюнула. Я вот так кинул подальше. А потом так удочку положил. И себе пока своими делами занимался. Сейчас день короткий, поэтому я пораньше встаю, делаю такие дневные дела, то, что можно днем сделать. Потому что темнеет быстро, а 4 часа уже все. Грубо говоря, темнота. Поэтому надо ловить. От дня все. По-моему, у меня уже поклевки. Давайте проверим. О! Вот ты туда. Иду вот на берег. Клюнул ты какой-то крупненький. Думал, опять уйдет. Не ушел. Видите, на игру клюнул сейчас. Какой. Крупнее монстрик. По-моему, поклевка. Есть. Блин.
Убежал от меня. Бег. О, блин, да сидел ты какой крупный. Еще такие хитрые, картоны, вы что такие хитрые? Тут здоровый прям был. Блин, шлепнулся, ёпашу мать-то. Хорошо, камера в руках, а не в сумке. Прокатился-то. Шел, как хрякнулся, подскользнулся, в спину отшиб. Хорошо, вот камера у меня сзади висит, там камера могла быть бы, я на нее, а я как раз в руках держал. Так, давайте мне это проверим, там где я знаю, где были. Может, там, помните, дерево валялось? На нем глянем. А правда, надо сюда лезть, туда надо смотреть, где я лезу. Кстати, я уже нашагал 10 тысяч шагов за сегодня. У меня часы сейчас прожужжали на руке. 10 тысяч шагов. И это еще не все. Ну что, как вы думаете, третий урожай будет? 2 урожая у меня было с этого дерева в этом году. А третий не знаю. Посмотрим. Там оставались тогда, я бы оставлял их. Ну, тут могли тут и забрать их уже. Да, ребят, походу, здесь кто-то еще урожай был. Видите, прям такой свежий. Потому что это здесь когда был? Давно уже был. Ну, здесь, походу, уже были люди такие. Не только один я тут такой ушлый. На дереве нету. Так, у меня уже пропадает желание. Иду в яблоневом лесу. Такие тут тоже дебри непролазные. Я раньше даже находил вешенки прямо на яблонях. Были такие года. Прямо езжу на яблони. Там где-то, там, ну, на сухих уже, на таких вот. Я даже не знаю, это, может быть, еще не сухие. Даже яблоки были вон. 2 яблока уже подгнили. Не, пока мне с вешенками не везет. Может быть, еще как-нибудь сюда приду в другой раз. Другие места проверю. А, ну еще там есть одно место у меня на выходе. Потом посмотрю. Сейчас пойдемте, наверное, обратно вернемся. К удочке. До нее еще долезть надо. Тут ушел далеко, блин. Так, надо проверить сейчас. Ой, опять чуть не упал. Скользко. Яблоки здесь положим. Так, тут непонятно. Есть. Ух, сидит. Сидит. Так. Поправим удочку. О, ну что, оно ловить пока. Пока не клюют. Опа, вот так положу. Ну, какой ротан. Ну, какой братан. Ты глотил, наверное, пока тут я ходил. Ну-ка проверим. Сидит. Сидит, как колбаса сидит. Блин, неудобно. И даже не сильно сопротивляется. Такие стандартные. Не совсем маленькие, но не совсем большие. Я успел заглотить, походу. О! Бух, смотри, слопал. Слопал, бух, сходу, сейчас прямо почувствовалось. Сиди, ух ты! Да какой хороший сидел. Прям почувствовал. Сопротивлялся прямо. Натянул леску. Есть. Блин. Был. Тянул леску прямо. Вот опять поклевочки маленькие. Опа. Есть. Хороший. Блин. Вот это убежал, видели? Кабан какой, как всегда. Кабаны убегают. Ну, елки-палки. Даже не буду перецеплять. А клюет так, как, знаете, клюв. Тихонечко, аккуратненько. А знаете, откуда это болото? Кстати, поклевка. Откуда это болото? Сейчас я вам расскажу. О, поклевка хорошая. Подсекем? Нету. Это болото. Сейчас даже покажу вам там одну табличку. В СССР еще раньше здесь был сад яблочный, вы знаете. А в саду вот это болото, оно поливали, и отсюда воду
Черпали, не знаю, какая образом здесь она была, но оттуда поливали, что ли, может, саженцы. Для этого оно здесь было. Никакой-то не пожарное, никакой. Оно чисто, никакой здесь грязи нету. Поэтому вот здесь можно смело ловить тартан. Но это не городские, знаете, бывают болотины городские, где там что только не валяется, там все на свете. Вплоть до животных каких-нибудь. А здесь, нет, чистое все. Она вода, вон, прозрачная здесь вообще. Вот дно все видно. Поклевки, кстати, есть, хорошие поклевки. Так, ну пойдемте, я вам покажу, пускай нас здесь клюет, я вам покажу здесь одну табличку, чтобы вы поняли, что это за болото. Опа, борщик здесь. Вон там болото. Вот оно, вот. Вот он, столб. Землю, видите? Сейчас здесь написано. ГУГК. Геодезический пункт. Охраняется государством. 1907. А, какую цифру не дописали. Может быть, подписывали каким-то фломастером, я не знаю. Вот такая табличка. Сколько лет стоит. И ничего нет. Так что вот так вот. Такой вот столб здесь. А как вы думаете, сидит? Я думаю, что сидит. Ух ты! Показал сначала так прям сильно, так тяжело. А не такой уж большой, этот крупный ушел. Два раза больше был, который упал. Вот так вот. Все равно какая плющина. И даже пожарить просто они вкусные. Чистые. Я хотел пацанами сюда приехать, костер распалить, на костре их пожарить, вкуснятину сделать. А они у меня тут лентяи. Так что буду жарить дома. Ну, только забросил уже поклевка. Я не стал торопиться, но подожду, пускай покрупнее сядет. Проверим. Есть. О, сидит. Видите, как интересно. Раз, а он сидит. Так, таскиваем его. Хорошенький такой. А какой красавец-то. Прям заклювал. Не знаю, получится ли показать вам кончик удочки. Видите? Поклевки. О. Так, давайте-ка мы сейчас проверим. Попробуем. О, тянет. Блин. Съел. Съел, не пойму. Да, съел. Интересно. Молчит. Молчит, стоит. Ну-ка проверим. А, он сидит. А я говорю, молчит. Сидел, улетел. Убежал, вернее. Я говорю, сидит, молчит. Леска вообще ослабла. Прямо ослабла. Сидит. Ох. Прямо ослабла. Прикиньте, как разгулевал. Прямо. Блин, да что такое? Поправляю, надо лески маленько спустить. Я спускаю леску, и получается далеко забрасываю. А мне надо чуть подальше. Какие хорошие плюхи падают, видели? Сидит. Хороший. Нормальный. Так, главное упустить. Видите, подматываю лески. Не очень удобно ловить. Но зато так клюет. Хороший, нормальный ротан. Стандартный такой, с ладошкой вон. Жердяй какой. А клюет вот еще именно на такую колбасу. Вот видите, какая колбаса. Я не знаю, что это колбаса. Татьяна покупала. В холодильнике взял, отрезал кусок, порезал кусочками. Я на нее ловил тоже один год. Тоже хорошо клювала. Ну, похожая, может, такая же, я не знаю. И это. А ловил на печенку как-то. Нифига не клювало. Хотя печенку он тоже любит, куриную. Поэтому такие дела. Сидит. Упал. Третий упал, кстати. Сейчас без камеры. Также опускал. И поклевку не вижу вообще. Просто вот забросил вот так. Подтягиваюсь. Да, вот клюет. Клюет. Есть. Нормальный. Нормальный. Так, куда там тебя в дебри затащил? Так, пониже чуть-чуть. Когда еще на удочку половишь рыбу, друзья? Все. Я уже с зимней рыбалки ждем давно. Вон, видите, какой. Шикарный. Чего не половить-то? Опа. Хороший. Паса упала. Ой, ротан висит. Так. Хороший ротан. Вон какой. Ладно, мелочи нет, совсем мелкие нет. Видите, какие ротаны его? Шикарно. Все нажарим вас, ротаны. Некоторые длинные, некоторые горбатые такие.
Вот, очередной. Так, ходи ко мне. Иди ко мне. Опа, мой красавчик. Очередной ротанчик. Не успел заглотить. Так, крючок я здесь зацеплю. Еще я заметил, лучше вот так цеплять. Колбаску нарезал такими. И вот как червячка вот так. Только это коротенькая, а то когда длинненькая. Она немножко изогнута, видно вам? Вот такая. Так, и добрасываю. Ну что, вон сколько мне удалось поймать. Нормальный такой вес. Тут на целую жареку хватит. Разонюх. Какие красавцы всякие. И продолжают клевать, но я уже, наверное, буду заканчивать. Наверное, пойду пожарю сейчас их. Я пришел домой. Ротанчики уже сами почистились. Вон какие. Без головы. Видите, какое мясо у них интересное, белое. Теперь добавим сюда соль. Соль вот так, по вкусу. Все, хватит. И добавим соус. У меня есть такой вот соус. Добавим соуса. Вообще этот соус добавляется на готовую пищу. Но я хочу так сделать. И немножко, пускай, полежит вот так чуть-чуть. Буквально 10 минут. О, соус как приятно пахнет. Перчик, все в нем. Ты помните соус-то я заказывал? Вкусневич-то. Вот. Все, полежит чуть-чуть. Сейчас будем жарить. В манке обваляю и буду жарить. Вот так я их почистил, видите? Это приправка сверху, вот это. Перчики. И в манку. Маночку, маночку. Жарить. Наших лягушат жарить. Чем ротаны мне не нравится, так это вот первую партию поджарил, видите, вот они жареные, уже прошло на полчаса. Теперь смотрите, вот они, видите, лежат ротаны оставшиеся. Смотрите, беру я ротана, обмакиваю в манку и ложу в сковородку. Как вы видите, смотрите, видите, сколько жарится, может, я не знаю, лежит, топрыгал, за дела такие. Такое ощущение, что сейчас жареное будет прыгать. Переворачивать надо. Она прыгает, надумала. Ну вот и все. Все очень просто. Берем любого ротанчика. Татьяна их обожает. Вкусно. Вкусное белое мясо. Вот так вот, друзья. Все, всем пока. До скорых встреч. Такой сладенький с приправой, с этой классно. С соусом.